Ребята, всех приветствую. Сегодня пашу свои мотоблоки на своем участке. Ветер, погода дрянная. Ну, в общем, пока что справляюсь. Значит, так-то ничего нового, все по-старому. Единственное, в этом году земля, конечно, мягкая очень. На всю катушку я выдвинул плуг. В общем, пашется хорошо. В общем, не проблематично. Ну, только единственное, что забивает постоянно плуг. В общем, плуг очень сильно забивает, залипает. В общем, ну так-то вроде пашется. Еще, ребята, что хочу сказать. Пашу в круг. Новое ноу-хау. В общем, пашу в круг. В общем, так пошел туда. Прохожу. Вот там поворот. Прохожу дальше. Вот там поворот. И прохожу дальше здесь поворот. В общем, пашу в круг. Потому что прикинул. В общем, мотание туда-сюда, там его надо развернуть, проехал, там надо развернуть. Сколько энергии затрачиваешь при развороте. В общем, тяжелый мотоблок. Ну и время, соответственно, это все надо остановиться, сцепление выжать, развернуться, то все 5-10. А здесь по кругу бегаю и бегаю. В общем, смысл такой, что если плуг бы у меня не залипал, вообще бы не останавливался. Как запустил бы его, можно сказать, что с утра и до вечера. Я сейчас продемонстрирую, как на разворотах. Ну, в общем, это все несложно. На разворотах он разворачивается хорошо. Налипает все, конечно. Ужас как. Сейчас проведем демонстрацию. Значит так. В этом году вся пропитана, дождей было очень много. Приближаюсь к повороту. В общем, проблем нету никаких. Сейчас покажу. Вот пошел поворот. Вот он сам даже в поворот у меня входит. Поехали дальше. Следующую часть. В общем, ребята, очень удобно. Смысл такой: весной я все равно весь этот участок прохожу фрезой, так и так. То есть смысл, что я буду так пахать, что я буду так пахать, разницы не вижу никакой, абсолютно. Фрезой все перебуторится просто-напросто. И всех делов. Хорошо еще то, что у меня участок сам по себе, он практически квадратный. Я прошлый год пробовал так пахать. Нормально, мне понравилось. В общем, начал я, конечно, туда-сюда, а потом подумал, думаю, что я мучаюсь. И, в общем, вот следующий поворот. В общем, нормально в поворот входит замечательно мотоблок. Навеска у меня вся раскручена. Вот. То есть не надо никаких ни усилий, ничего. Он сам поворачивает, буксует, правда, временами. Ну, это не проблематично. Вот такой вот получается поворот. Пожалуйста. Вот. И едем дальше. Вот такие вот, ребята, дела. Здесь немножко я навихлял. Но это не проблематично. Я прошлый год попробовал, мне понравилось. То есть напряжения никакого, ходишь и ходишь. Вот это еще плуг залипает, а если бы плуг не залипал, вообще элементарно. Запустил его, можно сказать, пошел дома, сел и сидишь, он пашет.
приходится останавливаться хоть один раз. Круг делаю, все равно приходится останавливаться. Вот второй поворот, ребята. Здесь остается уголок у меня небольшой. Я его потом призой лезть заделаю. Тут все, тут осталось чуть-чуть. В принципе, без проблем. Итак, ребята, результат. Результат, правда, не полный, но вот это все в течение дня. В общем, смысл такой, что раньше мне надо было 4 дня, а сейчас я за 2 дня управлюсь. Вот. Ну и, соответственно, здесь с каждым кругом у меня процесс идет все быстрее, 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 быстрее. Ну а так, ребята, что сказать. По глубине, ну сколько глубина, да ну вот так где-то глубина сантиметров 15, да больше-то и незачем. Вот, ну а так что, труба у меня вот такая вот, сегодня надышался дыму. Ладно, мотоблок дизель, если бы карбюратор, вообще бы умер. Закручивает ветер и все в нос. Вот, в общем, такие пироги. Залипает все, конечно, налипает, ну работаю по качеству. Итак, ребята, работа, можно сказать, что закончена. Остался вот такой вот островок небольшой. Вот я еще на нем последний тут разы кое-как развернулся. Ну все уже. Это сейчас буду взад вперед. Ну здесь буквально раз 5 проеду. И все. Ну сегодня с утра, конечно, была жесть. Сегодня с утра мороз. А здесь вот в середине у нас как раз были огурчики, помидорчики насажены. Все натоптано, земля твердая. Плюс морозом приморожено. Нехило приморожено. Мне тут, конечно, пришлось сегодня с утра мотоблоком немножко напрягаться. Ну, в общем, подталкивал его. Сам не едет. Буксует и все. Вот. Ну, в общем, главное, добил все до конца. Булыжники нехилые. Ну, сейчас уже вроде бы отошло немножко, помягче. Градус опять, наверное, был мороз. Ночью надо добивать, сегодня вечером уже снег стоит. Вот такие вот, ребята, дела. Вот такая вот пахота в круг. В принципе, несложно. Ну, вот обед. Это получается у меня 1,5 дня, да и один день. Я, можно сказать, что не с утра начал, часов с 9, с 10, да и до 5. Вот, в принципе, вот так вот, ребята. Такой небольшой видеоролик. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.